тюльпана Иоганн Штраус дают прекрасный цветок. Эти растения при взгляде на них навевают мысли о легкой музыке Штрауса. Это весеннее украшение выглядит великолепно и выделит ваш участок своими оригинальными желто-красными бокалами цветов. Куст небольшой высоты до 30 см, цветок до 8 см изящной формы бокалом с немного остроконечными лепестками. В уходе тюльпаны неприхотливы, надо им всего то. Плодородная почва. Умеренно поливать. Рыхлить периодически. Свет или полутень без ветров. Выкапывать летом и сажать луковицы осенью. Тюльпан Кауфмана Йоганн Штраус – это травянистый высотой 15-25 см с типом роста, низкорослый, диаметром 8-10 см. Цветет растение в месяц апрель. Окраска цветка желто-красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Тюльпан Кауфмана Йоганн Штраус создал Табберджен. Годом создания растения считается 1938. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.